Уважаемые граждане России, дорогие друзья, через несколько минут наступит самый любимый, теплый, традиционно семейный для нас праздник – Новый год. Для каждого из нас это особое торжество. Это праздник мечты. И всех нас, таких разных, сейчас объединяют надежды на добрые перемены. Объединяет чувство принадлежности к одной большой семье, имя которой – Россия. Сегодня мы встречаем новый 2007 год. Мы уже увереннее смотрим в будущее. Мы существенно расширяем горизонты наших планов. Это стало возможным благодаря общим усилиям по возрождению и укреплению страны в последние годы. Мне бы хотелось, и мы сделаем все возможное, чтобы результаты, которых мы достигли в экономике, привели к серьезным положительным изменениям в жизни каждого конкретного человека. Чтобы меньше стало бедных, чтобы жизнь была связана не только с решением повседневных проблем, а была бы наполнена любовью и заботой друг о друге. Чтобы детей было больше, и чтобы они были счастливы. Наша задача в том, чтобы молодые люди получили современное образование, нашли достойное применение своим талантам и способностям, чтобы были здоровы. Мы создаем условия для развития духовности и культуры, образования и науки, тех ценностей, которые и будут по-настоящему определять развитие России в будущем. Уважение к людям старшего поколения – признак зрелости любого общества и его устойчивости. Государство обязано и будет поддерживать и помогать людям старшего поколения. Но это не заменит им теплоты близких. Прошу вас не забывать о тех, кто сделал наше будущее возможным. О наших мамах и отцах, о дедушках и о бабушках. Сейчас за праздничным столом друзья, самые родные и близкие люди. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Пусть все ваши желания исполнятся. Пусть будут здоровье и благополучие в каждой семье нашей большой страны. Счастья вам, удачи, с новым 2007 годом!